10 мільярдаў рублёў. Такі даход плануюць атрымаць сёлета ў Магілёўскім эканамічным прафесійна-тэхнічным каледжы. Шырокую пазабюджэтную дзейнасць ва ўстанове распачалі яшчэ каля 15 год таму. Сёння тут можна адрамантаваць аўтамабіль і нават вырабіць мэблю на заказ. На першы погляд можа падацца, што гэта цэх дрэваапрацоўчай вытворчасці. На самой жа справе сталярная майстэрня каледжа. Дзверы, вокны, альтанкі тут бяруцца за любы заказ. Стенку надо сделать человеку. Возьмете за заказ? Конечно, возьмемся. Потому что как бы работа любая сложна, но зарабатывать нужно всем, и как бы мы к этому стремимся. На заробленные гроши купили новые немецкие станки. Хапило еще и на бесплатные экскурсии для навученцев. Майстерни, а их тут с десяток, основный доходный артикул колледжа. Сдавалось бы, ну який прибыток от плетения из лозы и соломки, картин и вышитых рушников. Але товар с национальным колоритом на ура бере самый поважанный заказчик. Васильки были, Белкопсоюз заказывал. Здесь ручная работа всегда заказывает «Железная дорога», «Калийная компания», «Национальный театр оперы и балета». А гэта медыцынскі цэнтр. Тут і сучасны лімфамат, асабліва папулярны сярод тых, хто жадае пахудзець, і самыя розныя фізіяпрацэдуры. Ніколі не пустуе і стаматалагічны кабінет. Абсталяванне новае. Таксама набылі за сродкі ад пазабюджэтнай дзейнасці. Спрос у нас пастаянны, і в дзень прынімае мінімум 6 чалавек. Па запісі? Предварительная запись. По острой боли принимаем вне очереди. Гроши приносят колледжу так само уластная станция техобслуговывания, а еще послуги тренажерной залы. Абонентская плата невеликая, зато и наведвельников завсёды шмат. 10 тысяч – это не так много для одного занятия. И для студента? Да, и для студента тем более. Сколько раз в неделю ты приходишь? Ну, раза два в неделю, три. Когда как? Сдается неверогодным, але установа адукации сегодня оказывает 24 вида послуг. В 2016 году мы планируем увеличить свою прибыль до 10 миллиардов. Это на 20-30% больше, чем в 2015 году. Коли скончится навучальный день, пачне працаваць, да прыкладу, интернет-кафе. Его наведвельники знову принесут у бюджет колледжа новые гроши. Олесь Рыбалка, Василий Лосянков, новини регион.